Что будет, если поставить Bugatti Diva на третий стейдж? Сегодня мы это и узнаем. Приехали в нашу чиповальню и поставили третий стейдж. После третьего стейджа наша Bugatti начала дико дрифтить, но при этом она перестала ехать. Максимальная скорость Bugatti Diva на третьем стейдже составляет 200 с небольшим километров в час. А вы довольны таким результатом или нет? Поделитесь в комментариях.